Эзер из Вяшовска Дилахчер. Айхолах февраль бет. Кэрш Дина. Голгай халк. Кахет. Цадиалмар. Сагуатиш. Дал уарс дуатиш. Уквен. Гушболч. Цермашенч. Чебехка. Хайбай вагоншк. Бехкат. Веня халка. Мехках. Эзде. Дитсу дац. Дитсден дац. Едистел. Ешияц. Хенрик Ахигаш, Бирш Гдешит Гартиш, Ишкулаш Хайилаш, Каманулак Лакуатидиш, Хабуашбар, Олай Каманнах, Лятта Эга, Борзбухбе Зунгатиму, Дерлик Халк, Мехкардехкар, Цаэжаче, Кэраче, Эдер Испе Шоуса Дилахчер, Эхвалахч, Февраль Бет. Галашк! Пять приколов я кайрас, шесть приколов даже долчхана, чуть-чуть вы одугуж был сок тебе, уж и тачи беге, даже ты дохты дитуртхо. Уж кули, шесть приколов даже я хаиз, так чуть-чуть сок ты дачи бага, уж кули иртхо, че дохтер, мэти цыгры худухуд. То мышхал, то высыла дежди, то замек мэди цыган. Пять часов, халгау тыртхо, а девушка, что муер, ты юхунза, иха, ардяхартва. Свободно время елнзр тусар. Чех, чех, чех. Так от яга хаица хама, там где мягко, мягко, мы чер сыскал. Цанан, где он, хакеча, торми, сыскал хачела. Так, ты тормик бар. Кештя, тормикиш, кештя, то ее чем он. Он мышцы зря, что цибисен, сортиш, говор, дай гайер. Дай его чем и ватиш, би, хаби ее ларица. Галашки, дак мэжиди, ты дак мэжиди, марки, ты на адмашен, халя гасер. Там разворот ватиш, ди, мэти готелыш. Цикиш кал, гаш адыга, цикиш машина, ты хуш дыртха. Сыптал санция, да санция хадвал я, вагон чё дашь ехал. Каждом вагоне по 8 семья, по-моему, что-то примерно, я семья, да чё лортха, ты чё? Да чё бьяка, поезд юлер, бирит интерес ми, кура архежи, где кур, экер кур их я бьягарства, поезд юлер, Халча Диана Агайша. Восьмой день дармоца, примерно. Тхнан Янер. Так, да, мама чутха. Кулак, ждет, я вот и тогда лето шел жалить вену. Вы отдали вену. 37 году, я отца помню, 37 году, 4 июля, лето тогда. Вообще, адыгля, ходи, она, я хочу жевал, сюда хвала буру, да будешь гонять пить, сейчас же хочу жевалцо. Так, цивола, тоньян, садеча, она, вордас, буру, дух и хаоса, буру, площадь, чти бои, цик отхашля, ди, он сидя, девушка, вахар, хадушка, махма, дяхаш, варс. Чувак, ичи, мягко, хаза, понах, вар. Так, в себе откажли. Улица Свободы 123. Тахан царца должны. Я тоже кирпичка хадя. Те машины кирпички. Тухан. Это и лай, и лыж. Хили чебахар тахан латшдец. Вы себе взяли, как шан. Ви варцар. Чум Мамад. Агир ваха варсовар бик варшола адла пар. Хола адлбешт вар. Ви ва адлахмид вар. Баргиш дабям. Сарта хен корм савузия. Чик, кях дяздер цар.
реабилитировать остался дальше далее, да, нам собрать дядька, царь едва. Бурот я хапа, фняк на улице Свободы, 123, дом наш сохранился. Очень просим возвратить наш дом. Еще батьба отлика. Все, все отца ядя, шестрочка мабацар. Председатель Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов, цигди он, имущество спецпереселенцев возврату не подлежит. Дар ответ. Астахани и Бахабахлах чудеса. Цигбуру, да улыш, а улыш, а цигда шахажи, хилдай, вешу, я не улыш. Цигда улыш, он, так, цигда улыш, что вот же дети, он говорит, машины делают, сухан, вор даже мать. Шиметы герцоги, адва орда, хаср, адва хиди, не отхода дулыш, но он захи, а ухыш, вор дай улыш, а дай, има, вор даже делыш, хилдай, не сделал. Да, мост скачал санюлся, чах, а че ухож? Гон качал с гора, а че ухож? Ход был медгерцик. Цыгал машину, дай олы бьется, да? Ваш век, в 43-м году, в конце ноября, нехт вабейтер. Да, уже отлятор, был мачо, здесь он. Гор вор, малюр, юрт, малюха вор, сага задание тех, так, о, адвар, да, герхи яшхи. Что герхи, да, все, олы, его. Увер Аллах мягко хочет был жал видимо жал хай ворда да будешь ай хай яшлат архаш аши яхка дэсе архаш вот я городаму от жахали бети да беха итвор жастик абаш бин обязан его архадима задание тегр хар гор ворд молдоча тхер гор ворд тхда ди сха вахда 900 год ворсада суха 40 третий год дарсен. Сегодня у меня ваш хата бетер век. Изри избя шоуска делах чешары, лайхолах февраль бетте, вей хылғы хылғы мехтал дақычханы, вейн хожды луами меттикишбуны, ахтюа цилке парғатты мұхетті нах арбаха ваште хцедалге. Хэта дуқбуны, ухметті цумгу жиы, бері жиы, арбах ишу атыж нах дуқбысап. Цар вағыры дүнен чыр хайдат уққызи, уқмехкі. Цоғдол тешіл вей доужды, хамсырч луамех, сидолч дяқ істенах, бяхап ғылғы. Бағды шей хинырц, хайғылц, сабырц, денылц, ысқы яқы-яққа юқ шей мек. Хамсырчы, ламыш, долчы, сидолы дей ғала жолчы, халца бяқап үш. Яхиолы, сидолы, қунхи, дей нонуй. Я, ингуш по национальности, из Черно-Ингушетии, причисляем себе к России. Мы горды тем, что мы живем в Российской Федерации и со своей стороны приложим максимальные усилия, чтобы не только сохранить Российскую Федерацию, укрепить ее могущество, и чтобы она стала еще богаче, еще краше, и чтобы все народы, населяющие Российскую Федерацию, действительно чувствовали в этой стране себя равными, чтобы в этом общероссийском доме у каждого советского народа, в частности и российских народов, был свой национальный очаг в исторически признанных границах, и чтобы этот национальный очаг теми законами, которые мы с вами примем впоследствии. Несмотря на ту всю историческую несправедливость, проявленную к моему чечено-ингушскому народу, как период царизма, так и период советского времени, я горжусь тем, что в настоящее время в этой республике стабильнее, чем где бы то ни было на территории Советского Союза. Что все народы, проживающие в этой маленькой республике, ходят с гордо поднятой головою, и любой из вас, который приедет туда, кому не будет сказано, где находится гостиница, где находится ресторан, каждый чеченский дом, каждый ингушский дом является одновременно и рестораном, и гостиницей. Вы знаете, какая страшная участь постигла этот народ в 1944 году, когда чеченцы и ингуши, 70 тысяч его сынов, мужественно и храбро отстаивали эту родину,
А вы понимаете, что 70 тысяч – это 10% этого населения или это тотальная мобилизация? Мы вознаменовали Дня Красной Армии 23 февраля 1944 года. Буквально за 20 минут были погружены товарные вагоны и вышвырнуты в Сибирь. За время, которое мы были в пути, за время, которое мы были в Казахстане, чеченцы и ингуши, да и другие народы, в частности, мы потеряли 425 тысяч невинных жертв. Что же происходило в это время на самой территории Чечено-Ингушетии? Для того, чтобы стереть память этого народа, разрушались надгробные памятники, разрушались древние ихние башни боевые, которым даже удивляются и сейчас видавшие виды ученые. Была поставлена цель уничтожить память об этом народе раз и навсегда. Вы знаете, в дни выселения люди расстреливались на месте, жгли их на кострах. Только в один день были сожжены 750 человек, в том числе 146 беременных женщин. Почему об этом до сих пор не говорит официальная наша пресса? Почему до сих пор советская власть не принесла извинений перед чеченским народом, перед ингушским народом, перед всеми другими репрессированными народами? Койтты шудяхка, сибрех, шеймехк, халцыбяхк, юх, буахмыш, абахка, бахайшап, ғылайгамыннах. Нис хоу, цахуге, харцоу, кыл юсиге, ышты, динлахцы бухыш, яхюлыш, хабуах, ғылайгамын дей нануй.